Папа ищет себя. Может, вы с мамой помиритесь? Мама строит бизнес. Что тебе не хватает? Мы все купим, Кать. Папа. До ребенка никому нет дела. Мне кажется, она не смирилась с нашим разводом. Когда ребенку нужна помощь отца, ее нет. А ты тряпка и тюфяк. Ни один нормальный человек не протянул бы с тобой двух дней. Все! Катя! Психология любви. Сегодня в 19:00 на Домашнем.